За тобой зомби. Я убил его. Я иду на крышу. Это лестница. Ты зачем лестницу сломал? Это не я. Это отстреливай, такая... Серега. Я не знаю, что делать. Пытайся, я буду отстреливать, и ты пытайся найти какой-то, ну, какой-то способ выжить. Всем привет, дорогие подписчики, с вами Диман и Серега. Серега, прием, ты здесь? Прием, да, слышно? Да. Серега, я, короче, к Челяду лечу, а ты где? Я очень далеко, я постараюсь долететь до тебя. Давай встретимся возле Чилиада, и там уже будем предпринимать какие-то действия, потому что, ребята, это просто жесть. Нас предали и скинули с вертолета, который должен был всех спасти, но мы, как вы видите, теперь в лапах у зомби. Потому что под нами сейчас просто очень-очень много зомби. И мы, ребята, попытаемся сегодня выжить, и я очень надеюсь, что нам будет сопутствовать удача. Серега, я, короче, почти подлетел. Ты где там? Далеко еще тебе? Я пролетаю прямо сейчас, да, какое-то, ну, мне озеро. Мне еще далековато. Блин, а где мы могли бы встретиться с тобой, чтобы так вот недалеко от друг от друга быть? Ну, может, озеро? А именно с какой стороны тогда, если так? Давай с его верхней стороны, если ориентироваться по карте. Окей, если по карте. Хорошо, знаешь, я возле деревушки. Я как раз возле деревушки, как раз мы можем ее лутнуть. Возле какой? А там одна деревушка такая, еще и причал там есть рядом. Ты понял? Да. Вот, я именно туда сейчас лечу. Короче, там причал такой, но он по карте виден сразу. Рядом с горой Чилиад, как раз таки деревушка там. Ну ты понял, да, на стороне Чилиада? Да, я тебя понял. Я вот как раз сюда лечу. Блин, ребята, я очень надеюсь, что здесь нету зомби, потому что их здесь очень и очень, как я говорю, много. Но особенно в городе, это просто жесть. Мы проводили спецоперацию, в которой пытались зачистить город, но у нас ничего не получилось, потому что и было все больше и больше. Ну а сейчас мы остались просто вдвоем с Серегой. И даже здесь... Это кто вообще здесь такой? А это, походу, выживший. Ребята, это выживший, слава богу, я тут не один буду. Отлично, Серега, я уже здесь, и как бы... Вау, тут зомби! Я валю отсюда. Серега, ты где? Я приземлился, но, блин, это просто жесть. Ладно, я попытаюсь где-нибудь спрятаться здесь. Давай быстрее, короче, падай. Тут тоже зомби, полно зомби, твою мать. Куда я приземлился? Зараза, куда мне прятаться? Так, я сейчас попробую, короче, в лодке спрятаться, слушай. Так, ребята, короче, Серега не долетел, он приземлился на другом конце этого озера. И вы знаете, я вот в этом, в этих доках нашел вот такую вот офигенную биту и фонарик. И я думаю, что битой я смогу отбиваться. А фонариком, если как раз таки настанет ночь, мы не найдем убежище, как минимум будем видеть, куда бежать. Бьем. Да, ты где, Сереж? Бьем. Я бегу, у меня два автомата, снайперка и автомат. О, ты нашел? Ты их где нашел? По дороге, что ли? Да, я по дороге бежал. Супер. Ребята, вообще у нас планы на эту серию, как минимум, это встретиться с ним. И, короче, найти убежище на ближайшую ночь. Потому что, ребята, у нас ничего пока что нет. У нас тупо кинули без ничего, без инвентаря. И даже пожрать и поесть у нас особо тоже нет. У меня, допустим, одна бутылочка воды, и там кусочек еды остался такой маленький, прям писец. Блин, знаешь, мне надо через реку сейчас перебираться, я так понимаю. Я боюсь стрелять, потому что если я стрельну, у меня же без глушителя, меня могут все вокруг зомби услышите, прибежать. Да, ребята, кстати, я еще создал свою команду, поэтому вы сможете также с нами поиграть, если пожелаете. Как это сделать, я расскажу чуть позже. А еще самое прикольное, это то, что здесь, ребята, очень много людей, которые создали свои команды. Ну, не команды, а именно отряды. И эти отряды теперь хорошо охраняются. Здесь просто строятся дома, здесь строятся базы. Но у нас пока что возможности этого сделать нельзя. Я просто покажу вам так вот, невзначай, на эти все базы. Их просто дохренище, ребята. Поэтому... Слушай, у меня идея есть. Да. Я, конечно, забегаю сильно вперед, но если мы будем делать какую-то базу, как-нибудь там материал искать, я как-то не знаю. Все-таки надо, какую-то базу... Знаешь, что делать? Что, зарашить? Как надо... думаешь? Нет, надо в горах свою сделать будет. Возможно, как вариант, в горах сделать свою или же зарашить чужую, чтобы забрать какие-то ресурсы, потому что... Зомби прямо на меня бегут. Я не знаю, ребята, как люди здесь реагируют на чужих людей, но это просто жесть. Ты чё, пошла нахер отсюда, тварь? Будет она за мной бежать. Блин, она не сдохла. Окей. Серега, я бегу к твоей стороне, поэтому надо быстрее встретиться. Потому что у тебя есть автомат, и у меня ни хрена, кроме этой, получается, биты, нету. Ребят, так вот, попытаемся, может быть, кого-нибудь зарашить, если нас будет намного больше, чем сейчас, если же вы захотите, конечно же, с нами поиграть, и если мы, собственно, встретимся именно на карте. Но это чуть позже, слушай, поэтому не буду заходить вперед. Слушай, ты так хорошо говоришь, как будто у тебя там ничего не происходит. За мной 5 зомби бегут. За мной 2 зомби бегут, но они очень далеко. Потому что я набрал хороший темп и иду к твоей Слушай, стороне. Я, уже я нашел автомат. Слава богу. Я нашел автомат. Слушай, ну даже не автомат, это типа похоже на АУК, я так понимаю. Это что у нас? Это дробовик. Знаешь, я нашел дробовик. Знаешь, перед озером такая дорога внедорожная.
А, да, я по ней бегу. Которые все катаются. Вот я тоже по ней бегу. Хорошо, сейчас встретимся. Серега, это ты плаваешь? Да, тут зомби. Это кто? Очень много зомби. Это кто за тобой? Там это... вас двое. Это еще какой-то выживший? Где? Тут на камне зомби. Я вижу, тут тёлка какая-то плавает, слушай. Подожди, они... это... Это зомби плавают? Охренеть, это зомби! А где ты где? Вообще? Я, короче, плыву рядом с этим заливом, слушай. А вот, стой, подожди, это не ты спереди? Я вижу трех людей, которые плывут. Ну, как бы нет, это не я, это зомби тут плывут. Блин, их жесть сколько, я думал, что они не могут плавать. Нам нужно встретиться. Я вижу тебя, это я, Серега, это я. Все, отлично, мы встретились с тобой. Отлично. Поплыли, они я не знаю. Они все на суше плывут, видишь, они не могут. Слава богу, что не плывут на сушу. Нам нужно, короче, сейчас как-то добраться на сушу и попробовать, в общем-то, найти какое-то убежище на эту ночь. Потому что уже темнеет, и да, ребята, если мы не найдем убежище, вон уже идет закат. Блин, Серега, это будет жопа, если нас просто сожрут, ты понимаешь? Ты меня догоняешь вообще? Будет. Я не хочу, чтобы такое произошло. Я очень тоже этого не хочу, поэтому, друзья мои, надо... А, вон вертолет вижу! Ты видишь вертолет? Нет, где? Вон, прямо перед нашим носом. Жесть. Давай это чей-то вертолет? Да не, мы не сядем на него, это чей-то вертолет, понимаешь? Сядем просто... мы? Нет, это чей-то вертолет, вон он. Где? Он летит. Он прямо перед носом, вверху. Видишь, он каким-то непонятным образом летает там. Капец тут зомби. Я предлагаю плыть до того, получается, домика, и там уже попытаться что-то сделать или отбить этот домик, и, собственно, его занять. А я впереди плыву, видишь? А, вот, вижу, да. Видишь домик там на пирсе, короче, такой маленький? Вот, да, я предлагаю вижу. Его занять и отстреливать, если вдруг, да, ну, ринутся зомби. Потому что другого варианта можно? Я не вижу. Слушай, нам нужно, короче, на сушу, потому что мы с этой стороны никак не залезем. А, не, залезем, вот, залезем, да. Фух, друзья мои, мы вроде бы нашли... По-моему, на неё зомби плывут? Да! Да ладно! Их тут жесть! Там в воде что-то, я вижу. Нырни. Где? Нырни. Видишь, я в воде вижу. Что-то? Вижу. Это какая-то пушка. Ты бери. Это пистолет. Да. Забирай его. Забирай. Это дробовик. Блин, что делать? Я подобрал. Что делать? Нам по-любому нужно сейчас... Давай, короче, знаешь, как сделаем? Давай на суше выйдем. Да, на суше и с суши их загасим. Нет, давай побежим на крышу. Гаси их сразу. Гашу. Бежим потихоньку к крыше. Да, на крышу только бежали. Залазим. Мы как раз зачищаем. Давай. Я бегу. Фак, я случайно спрыгнул. Тихо. Нормально, отстреливай. Тихо. Ну, я стреляй. Я бегу на крышу. Ты где? За тобой зомби. Я убил его. Я иду на крышу. Это лестница. Ты зачем лестницу сломал? Это не я. Это отстреливай, такая... Серега. Я не знаю, что делать. Пытайся, я буду отстреливать, и ты пытайся найти какой-то, ну, какой-то способ выжить. Так, я тебя понял. На лодку можно попробовать перепрыгнуть. Попробуй перепрыгнуть на лодку, если возможно. Потому что нам по-любому нужно... Да, получилось. Можно, да? Да, я на ней. Сейчас, я попытаюсь отстрелять хотя бы половину. Я прикрываю, уходи. Сережка, давай. Ты на ней, да, говоришь? Да. Я попытаюсь сейчас. Красавчик. О, я на крышу залез. Ху, изи победа, я смог. Просто залез, без лестницы. Залазь ко мне на крышу. Да, залазь. Так, а как? А, я залез. Там какой-то, видишь, появился? Там два оружия появились. Отлично. Давай ты меня прикроешь, я посмотрю, что там. Ты уверен? Ты сможешь меня прикрыть? Оружие нам не помешает, но там их очень много, их просто куча. Ребята, это просто жесть. А что в городе? Скажите, пожалуйста, если здесь очень много народа. О, как раз появляются пушки, отлично. А, это зомби выпадают? А, да! Откуда у них пушки? Ну, походу... Мне уже страшно стало. Походу, они были, получается, прикрывай обычными меня. Людьми. И, собственно... Давай, забирай. Я в воде. Окей. Они были обычными людьми, но, к сожалению, их укусили. И, собственно, они стали теперь зомби. Опа-на. А, это немного лаги. Да, там какой-то пиндованная херня. Сервер немного нестабилен. Ну ничего страшного. Тихо. Тихо, куда ты падаешь? Я бегу. Залазь. За мной много их? Нет, ноль. Ты все собрал? Да. Я думаю, нет, надо похавать все, пока есть. Что. Я нашел какую-то джуси в шмуси.
Я похаваю, попью какую-то фигню. О, это что было сейчас? Не знаю, что-то заспавнилось. Твинки. Так, 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 так. А я нашел, как дропнуть. А я тоже нашел, как дропнуть. Забирай. Это я тебе дропаю. Это я тебе передаю. У меня несколько, ну, сотен денег, и это нормально. Слушай, а прикинь, я сейчас залезу сюда. Они лезут! Да ну нахер! Ой, стреляй! Да писец, они умные, блин, ребята, как тут выживать-то? Скажите, пожалуйста. Нам по-любому нужна тачка, мы должны найти сегодня тачку. Ну не сегодня, а как-нибудь должны как-то найти эту тачку. Это писец, ребята, я не думал, что они прям... Я думал, мы на крышу спасемся. Жесть! Это писец, ребята. Ты посмотри, сколько их в воде. Это сколько... Ты куда спрыгнул? Ты собрал дроп? Да, что-то было. Если что, передашь мне, если у меня закончится что-то. Окей. Братан, воде, нам просто нужно выживать. Я не знаю, но это нереально. Это нереально, если не залазить еще. Мы просто не... Это что, всю ночь нельзя спать? Ребята, это жесть. А как мы силы будем восстанавливать? Поодиночке будем спать. Ты понял? Я тебя понял. Только у меня патронов не хватит на такое количество. Скинешь мне, короче, получается, на ночь. Я ими буду пользоваться, потом я тебе перекину. Короче, будем дежурить по полночи. Блин, ребята, это очень интересно. Это очень забавно. И как бы, ребята, я даже не уверен, что мы сможем выжить, потому что это не так просто. У меня патроны кончились на одной из пушек. И остался пистолет. Блин, я еще стрелять разучился. Нормально. Короче, уже темнеет, это просто жесть. Серега, мы тут остаемся? Или попробуем лутнуть какие-то дома? Мне кажется, надо уходить. Знаешь, что я думаю? Видишь дом, который находится справа, такой желтенький? Да. Либо он закрыт, либо мы залезем на крышу. Как Варик. Как считаешь? Как вариант. Погнали аккуратно. Ребят, нам по-любому нужна тачка. Жесть, темнеет-то как? Ребят, я не знаю, что делать. Смотри справа. Слушай, я заберу справа эту пушку. Ой, это миниган, походу. Охренеть, не, это обычный калаш. Не, это нормально миниган. Ух ты! Что там? Нормальная такая пушка. Ты уже к дому бежишь? Я уже у домов. Я вижу тебя. Они закрыты, я так понимаю, да? Да. Блин, они закрыты, ёб твою мать. Ладно. Серега, к этому дому попробуем. Я не знаю, там желтый еще такой. Давай на желтый залезем. Погнали. Я, конечно, не уверен, что у нас получится, но нам нужно попытаться... Слушай, я хз, что делать тут сзади еще? Серега, воду! Беги, воду! Уходи. Воду! Просто воду, мы не сможем. Мы просто не сможем. Ребята, мы не будем рисковать так сильно. Давай обратно на эту, получается, крышу. Собственно, давай. К дому нереально, потому что их сейчас мы подняли большой шум, и поэтому сейчас, ну, нереально. Просто вот реально нереально А, фак, я опять спрыгнул случайно. А-а-а! Писец! Поднимайся. Мне писец. Я помогаю. Отстреливай. Ты залез? Залазь на крышу. Сейчас залезу. Пожалуйста, отстреляй. Ребята, мы очень большой шум подняли, поэтому, это нереально. У меня только дробовик. Ты где? Я снизу в воде. Я не знаю, как быть. По-моему, у нас лестница же здесь есть. Отстреливай, короче, которая баба лезет. Видишь ее? Вот это вот? Да. Готово. А, нет. Вот теперь готово. Вот теперь. Вот теперь готов. О, у нее юбка сдрала. Нормально. Короче, ребята, я хотел по тебе нам сказать. Нужно не шуметь. Ты так не шути. Нам нужно не шуметь. Сейчас просто битой. Битой отбивать. Нам нужно просто понизить шум. Я потому понял. Что мы их просто топор. Сейчас привлекаем от этого шума. О, у тебя как раз топор. Ребят, это просто жесть. Пожелайте нам удачи. Мне немного... Нормально мы ее так приняли? Я с ноги... Я решил с ноги поддать. Там еще одна лезет. Нам главное вблизи не стоять. А то мало ли что. Заденем друг друга случайно. Видал, как я ее херанул? Да. Уху! Нормально. Полетела. Добивай ее. Подожди. Да, я это где-то видел. Жена Майкла. Нормально. Да? Да. Так, вроде бы утихомирилась. Ты видишь? Вроде бы стоят. Нет, вроде бы не слышно. Тихо, аккуратно. Главное, не шуми. Блин, ребят, это было... Идет одна тварь. Тихо.
Так, Серега, я, короче, буду отдыхать. Ты чё, ты на контроле, да, будешь? Тут чувак один зомби, он хорошо. Я сейчас убиваю его. Все, ребята, на этом точно. Всем пока, спасибо за просмотр. Пожелайте нам удачи, подписывайтесь на канал. Подожди. Приходите завтра на новый ролик. Просто. Что? Да. Тебе 2 часа хватит поспать, потом я посплю. Да, хватит. Будем через 2 часа так хорошо. Меняться. Все, давай. Я тебя понял. Всем пока. Всем пока, ребят.